Всем привет, с вами Виктор, и мы продолжаем играть в игру «Смерть шпионам. Момент истины». И у нас сегодня у нас миссия «Загадка короля». Ну ладно, давайте начнем. Нажимаем эту сложность, как и в прошлый раз. Выбираем «Сложно». Потому что на диверсанте тут написано переодеваться нельзя. Так что выбираем сложно. Эту игру нельзя пройти без переодеваний. А тут нам как раз это и говорят, что одеваться нельзя. Так что выбираем сложно. Меню готово. Жду. Записка ПВЧ. Золотницкому. Весьма срочно. По сообщениям источников, немецкая подводная лодка У-479 должна прибыть в ближайшее время на немецкую скрытую бухту в Данциге, которая, по сведениям тех же источников, находится рядом с учебным центром немецких подводников. У себя на борту она содержит книгу шифров с самыми последними изменениями кодов и начальных положений роторов «Энигмы». Кроме того, известно, что лодка – оборудована новейшими акустическими торпедами Т-5 «Цаункёниг». Кодовое название «Король заборов». Следует рассмотреть все возможные варианты доступа к книге шифров и «Энигме». Смирнов. Ну что ж, вот такая вот у нас и задача. Три этажа комплекса какого-то, бухты подводных лодок в Данциге. Ну ладно. Итак, задача. Первая. Нужно выкрасть «Энигму», шифровальную машину «Энигма». Она находится на подводной лодке U-479. Также нужно достать книгу шифров к этой машине. Книга с необходимыми для нас записями по текущим выборам роторов «Энигмы», начальные их позиции и соединением коммутационной панели должна находиться в комнате у радистов. По данным источникам известно, что она хранится в сейфе. Код к этому сейфу есть не только у радистов. Капитаны подводных лодок также имеют доступ к сейфу. Третье. Нужно достать информацию по новейшим самонаводящимся акустическим торпедам Т-5. Данная документация может храниться в кабинете у капитана подводной лодки. Проследить за капитаном и выяснить, где находится документация. Четвертое. Дополнительная цель. Изменить механизм таймера торпеды подводной лодки на более раннюю детонацию. Так, чтобы подводная лодка сама бабахнула. Ну ладно, окей. Задание понятно, нажимаем продолжить. Стенд сразу убираем. Это мы также убираем. Берем наган с глушаком. Патроны к нему. Так, что еще есть?
Гранаты возьми, может пригодятся где-нибудь. Немецкий рюкзак возьми. Так, это есть немецкий, да? Хлороформ, ножи, яд. А, нет, аптечку не нужно. Мы будем работать тихо. Если нас где-то и заметят, то мы сразу-то и выйдем. Так, все взяли, да? Да, все взяли. Нажимаем продолжить. Так, мы на месте. Итак, мы находимся в гараже, как я понимаю, да? И впереди куча врагов. Так, сразу. Делаем сокрон и пошли. Так. Варианты есть какие-нибудь? Так, этот, как я понимаю, будет качать с бесконечностью. Тот тоже что-то будет делать. Так, за грузовиком я пройти смогу. Так, понятно, это оба водители. Так, вот он подошел. Сейчас мы его как раз и заберем. Пошли. Только осторожно. Да блин. Возьми эту штукенцию. Так, первый. Готов. Вот как вот здесь вот можно пройти незамеченным, а? Так, да, переодевайся сразу. И пошли дальше. Так, тело поднять. И его нужно спрятать. Так, а здесь мы его и не спрячем. Ладно, пускай здесь лежит. Хотя, вдруг кто-то обернется как-нибудь. А, нет, пипец просто. Так, ладно. Первого забрали, можно, конечно, и этого забрать, но разницы, как я вижу, никакой нету. Дело только в том, что этот ходил, этот нет. И этот мог увидеть этого. Так, ладно, пошли. Посмотрим, что у нас здесь. Шкафчик. Всякие тут эти. Телефон. Так, ладно. Здесь у нас ничего интересного нету. Пошли дальше. Да, бункер так, бункер. Бункер так, бункер. Это у нас выход на следующий этаж, да? На второй уже. Трубу кто-нибудь почините. Немцы. Так, что у нас тут? Ау! Кто ты такой-то? Ты вражина, что ли?
Ну, по крайней мере, пока как только я к нему подхожу, он ко мне по-плохому начинает относиться. А хоть по цвету одинаковый. Ой, здрасте, здрасте, здрасте. Нужно проверить. Ты хорошо ко мне относишься? Так, возьми эту. Так, ладно. Да, блин, ни хрена себе вы какие. Так, не смотри на меня, не смотри. Молодец. Все, прощайте. Переодеться. Но я надеюсь, униформа будет нормальной. Полезные в случае чего. Так что пошли. Попробуем еще раз. Так, что у нас тут? Двигатели какие-то тут стоят. Чаечек пьют. На меня плохо никто не смотрит. Ну да ладно. Надеюсь, ты тоже ко мне будешь хорошо относиться. Осторожно, перед спуском включить насос. Но один. Так, понятно, значит, туда просто так не спуститься, да? И еще. По-другому, вон туда вот нам тоже не пройти. Или я должен что-то вот здесь вот сделать? Спустить что-то вот там. Чё, где что было? Вот, включить насос, кнопка. И сразу я должен бегать туда, да? Так, я понял, понял. Понятно. Так, ладно. А какой есть еще? Какие варианты еще есть? Чё у нас тут есть? На втором этаже. Мне зайти туда можно? Так, тут же можно зайти и в третий. Так, хорошо относится, все хорошо, все хорошо. Так, здрасте. Ни хрена себе, что это такое? Здрасте. Открыть решетку можно здесь. И проползти, если чё. Да, да, здрасте. Я могу здесь зайти? Нет, не могу. Взлом требует. Тут у нас... еще дальше можно пройти. Боюсь, я не имею права пропускать вас на склад через комнату охраны. Так, понятно. Вон там я уже вижу подлодку. Там пройти можно уже. Но здесь нас пока не пропустят, да? Ладно, окей. Окей. Проходи быстрей, тормозишь очередь. Так, третий этаж был вроде, да? Попробуем пройти через третий этаж. Пошли.
Посмотрим, что у нас там есть. Так, понятно. Вот. С чего вы ко мне прибежали-то? На этом этаже у вас нечего ремонтировать. Так, ладно, окей, я понял ваши угрозы. Угрозы я ваши понял. То есть я не могу зайти ни на второй этаж, там все тупик, ни на третий. На третий нас вообще не пускает, сразу угонят. Что ж, ладно. Из всего этого делаю вывод такой, что у нас только два варианта. Или через ту шахту вентиляционную, или через ту вот подземную эту штуковину, в которую нам говорили, что заходить нельзя. Так, открыть решетку. Посмотрим, что это такое. Охрана собирается поднять тревогу. Это хорошо, что я загрузился, да? Так, нужно сразу взять и зайти. Ах ты какой внимательный, а? Внимательный ты какой? Пипец, как ты хорошо сюда смотришь, да? А не, он просто сюда подошел. И они тут спидельки не любят, когда тут что-то открыто, да? Ну, пройти время у меня есть. Взять и пройти у меня я смогу, если они не будут сюда смотреть. Да, усатый. О, они уходят, уже ушли, молодцы. Теперь может и проверите. Так, поднимаемся на следующий этаж. Так, и что у нас тут можно сделать? Можно отключить зал, отключить лекционную. И как я вижу по карте, меня там видеть не рады. Я просто туда зашел с той лестницы. А тут меня вообще... Вообще уже. Но тем не менее. Раздобыть хорошую униформу, реально. Так, отключить зал. Отключить лекцию. Давайте тыкнем наугад. Посмотрим, что получится. Так, лекция. Знаете. Что произошло? Уроки не дают школьникам вести. Так, быстро бери. Да,
А чё вы вдвоём-то зашли, а? Взяли, вдвоём зашли, дурачки. Один на одну голову штрафует, что ли, да? Я думаю, тут один всего лишь зайдёт. Ладно. Окей. Вторая попытка с немного измененной системой. Пролезай быстрей. Решетку закрой. Да блин. Нет, тут даже нечего ловить-то. Они пипец как быстро. Приходят, заходят и уходят. А. Ловить тут даже вообще нечего. Ладно, окей. Эта кнопка не сработала. Так, вторая кнопка. Was ist denn da passiert? Was soll denn das? Ne? И вы что будете делать? Jetzt kriegst du einen. Ganz genau. Ich verpasse. Что случилось? Давайте пошлите одного. Was ist dort passiert? Так. Все, закрыли быстро. Теперь давай быстро. Переодевайся. В какой-то веке нормальную одежду нашли. Так, теперь поднимай тело. И пора его тащить. Так, вот только куда его тащить? Он, видите, туда не пройдет. Ладно, окей, пускай за дверью полежит. Так, все, давайте решетку закроем, чтобы никто сюда даже не пошел. И попробуем пройти здесь. Посмотрим, что произойдет. Здрасте! Привет! Дверь закроем. И посмотрим. Ух, япономатка, пронесло-то. Я все-таки нахожусь в не очень хорошем месте. Только не это. Я пойду-ка. Ай, блин. У меня же в рюкзаке же куча нехороших вещей. Стоп! Он говорил про рюкзак. Он не говорил про одежду. Ух, я и, блин. Я в прошлый раз ошибку сделал. Блин, а че я такого сделал? Я просто посмотрел. Ну, давайте еще раз. Давай быстрее уже. Рассматривай. Alles in Ordnung. Es gibt keine verbotenen Gegenstände. Так, туда нам хода нету, да? Окей, я понял.
А сюда? Так, это лестница, понятно. А туда? Так, молодец. Только что здесь проходил. Так, еще одна решетка. Так, а что у нас под заданием 3? 3. Получить документацию по акустическим торпедам Т-5. А где капитан? Так, ладно, я так посмотрю вот. Если где сейф и будет, то мы его найдем. Так, давайте взламывать. На? О, еще какая-то переодеться. Надеюсь, полезная униформа будет. Нет, тут кроме как раздевалки, никого, ничего и нету. Так, что у нас здесь? Так, понятно, это у нас... совещательный штаб такой вот. Можно здесь пройти. Вон там вот этот смотрит нехорошим взглядом. И убрать его нельзя, не дают нам. Так, что у нас с решеткой? Это мы куда можем зайти-то? Можем вниз куда-то. Можем. Куда-то еще. К примеру, в ту решетку, в которую мы заходили. А тут у нас кто? Я хочу просто посмотреть. Нет, ты меня не интересуешь. Униформа бомжатская. У меня такая же. Точнее, не бомжатская, а такая. Уже устаревшая у меня такая сейчас была. Не-не, замыкать радио нам не нужно. Смысла от этого ноль. Так, тут у нас ничего нету, да? Я тут могу только радио замкнуть. Сейф тут не открывается. Так, ладно, пошли. Здесь мы уже были. Так, решетку закрой. Да, Васис. Блин, дурачок. Взял меня. Кинул. Кое-как убежал. Ну и... Капитан, нахрен!
Мы нашли его. Мы кое-как нашли капитана. Теперь нужно за ним проследить. Так, а вот и он. А вот и он. Как раз он и подарит нам униформу. Так, идите, идите. Не спешите. По сторонам не оглядывайтесь. Просто идем. Да блин. Вот куда он пошел? По карте буду следить. Так, он зашел туда. И дальше, 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 дальше. Он зашел в ту комнату. Все. Где находится, я уже понял. Осталось только проникнуть внутрь. И надеюсь, меня на там нормально встретит. Точнее, не заметит. Так, открыли. Да, дверь открылась, кто-то тоже там. Пипец, как все рядом там находится. Не иди сюда. Блин, заметил. Так, ладно, попробуем по-другому. Постоим пока здесь. Так, все, ждем. Надеюсь, под выход капитана и выход этого совпадут. Так, этот пошел. И этот пошел. Все. Сохранение еще раз произведем и пойдем. Так. Меня здесь нету. Нет, нашли все-таки. Ладно, окей, попробуем еще раз. Так, дверь открылась раз. Was soll denn das? Was ist denn da passiert? Резко сюда. Резко сюда. И нас никто не заметил. Тут дверь закрылась. И сохранение. Все, мы внутри. Мы внутри находимся. Вот сейфы. Ай, блин, он не открывается. Отравить вино. О! Вперед. Пускай отравится. А я пока здесь посижу.
пускай оторванется. Я подожду пока этого. А? Он там где там бегает-то? Schlappschwänze, die halten keine Folter aus. Morgen sollen neue kommen. Wirklich? Na? Долго еще ждать в этом углу? Да, все вроде идет уже. На карте сюда что-то завернуло. Проходит в этот длинный коридор. На, заходи. Молодец. И идет сюда. Так, теперь нужно все сделать грамотно. Блин, ты что тут делаешь? Все, молодец. Нас не заметил. Так, за спину. Он сейчас подойдет к вину. Молодец, сейчас правильно предугадал. Выпил. И сразу гибнет. Так, все. Аллилуйя. Код от сейфа взяли. Я сказал, код от сейфа возьми. Ну и все. Теперь одеться нужно еще. Мы его не убивали. Все. Аллилуйя! Мы взяли тут форму Капитаноса. Капитан, капитан! Все. Третью задачу мы выполнили. Пошли дальше. Теперь, надеюсь, меня просто так пропустят. Ай-яй-яй, блин. Не пропустили. Че это да? Вы что они меня не пропустили-то? Я тут на законных основаниях нахожусь. Не, униформа так себе. Униформа так себе. Моя намного лучше. Пошли отсюда. Так много надежд и так мало этих. Так, если я возьму и пробегу, ничего же не произойдет. Irgendwie ist es schon ganz schön lange still bei uns. Ich würde gerne mal wieder auf einen schießen. Von woher soll denn hier der Feind herkommen? Die Ivan. Так, давайте разговаривайте там быстрей. Нужно сейчас пробежаться как можно быстрее. Sind im Lager angekommen. Unsere haben gestern einen Partisanen geschnappt. Also, ich sitz auf dem Beobachtungsturm, gucke. Irgendwer hat sich da im Gebüsch versteckt. Ich ruf halt, wer ist dort? Da быстрее вы, а? Обсуждайте вы там свои новости как-нибудь потом, а? Мне выходить из этой комнаты нужно. Dies kannst du aber wissen.
Я все равно по-вашему не шпилю. Да, давайте, заканчивайте. Все. Они зависли. Я отсюда уже не выйду. О, наконец-то. Окей, я побежал. Побежал. Вы меня пропускаете. Да-да, давайте вперед. Alles in Ordnung. Es gibt keine verbotenen Gegenstände. Ну ладно, окей, хорошо. Стоп. Давайте я лучше эту униформу себе заберу в рюкз. Ай, блин, он... А он вообще вот... Ну-ка. Да, блин. Бегать нельзя опять. На каждый шум тут. Так, ладно, давайте... Да, блин, тут... Да, блин, я вот всего лишь шаг сделал. Пошли. Взять одежду и пошли. Ну-ка, будем надеяться, что ничего запрещенного у меня в рюкзаке нету. Посмотрим, униформа считается или нет. Ну где вы там? Я же... Все, надеемся, крестики поставили это и надеемся. Не, все плохо. Я думал, тупанет. Ну ладно. Плохо, что думал. Берем одежду. Взяли эту. Не, так не получится. Только без одежды капитана можно выйти. Только так. Так, обворачивайтесь. Тут никого нету. Dieser Rhythmus geht mir schon auf den Geist. Ни хрена себе. Это было круто. То есть пропустить так могут, да? Пропустить так могут. Так что давайте попробуем еще раз. Одежду взять. Подождем. Не-не-не-не. Нужно все сделать вовремя. Пипец как вовремя. Сначала дверь открыть, подойти, взять униформу. И потом, когда он уже развернется, уже это. Так, они сюда смотрят. Одежду берем. Пошли. Так, давайте, смотрите сюда вот.
Так, еще одно сохранение. А если я, к примеру, сюда встану? Да, у нас он меня даже не заметил. Стелс, блин, стелс! Что я вытворяю? Пошли. Ни хрена себе, какой стелс только что произошел. Как я всех тут обул. Но без униформы тут пипец, только вообще нельзя пройти. С униформы-то сложно. Так, ладно. А чё у нас там? Я туда пройти смогу? Нет, вряд ли. Туда я пройти уже не смогу. А тут у нас чё? Комната радистов. Комната радистов. Так, понятно, понятно. А если я возьму и в капитана оденусь, то что-нибудь изменится? К примеру. Так, берем. Пошли. Да? Че, попробуем? Здрасте. Так, понятно. Сюда нам тоже пройти не дают. Сложно как-то. Ладно, окей, придется искать другие выходы. Ну, пройти я сюда смогу. Это факт. Вот только мне красный так и будет палить. Хотя я могу прямо сейчас взять эту вот документацию или что-то там. Шифр. Подождите. Вы что-то не договариваете. А, блин. Капитан подводной лодки. Я же капитан. Так, ладно, пройти можно. Нужно просто взять, зайти и выйти. Так. Здрасте. Не вовремя я тут зашел. Нужно просто подождать, пока этот в другую сторону уйдет. А, блин, он тут долго будет. Долго. Ух ты, ты сейф открыть сможешь, да? Так, ладно, ладно. Кто-то еще зашел. Уже трое. Убрать этих двоих я в любом случае уже не смогу.
Так, ладно, ждем еще раз. Подождем, пока этот радист просто взянет, встанет и вон туда подойдет. И вот тогда я туда уже подойду. К примеру, он взял, встал. Я пошел. Осторожно подошел сюда. То есть я так просто так взять и это сделать нам тоже не дают, да? Так, а если я чуть-чуть раньше выйду, к примеру, когда он еще за столом будет сидеть, и тогда чё? Так, давайте подождем. Выйдем тогда, когда он за столом будет сидеть. И он встанет и пойдет, а я за его спиной, уже буду уже ходить. Так, давайте, вот они прошли. Этот садится за стол. Так, все, ждем. Пока он встанет со стола, пойдет туда. Книгу шифров взяли. И секунды нам не дали. Однако почти все завершилось. Почти все завершилось. Только нужно эту, а можно даже не попробовать еще нет. Ее также не закрывать. Но его убивать нам нельзя. Увидит. Так, да, в эту сторону. Так, пошли. Не, пипец, как близко. Близко открыли дверь. А решетка-то так и осталась незамеченной. Так что пускай будет открыто. Ага, он красный. Наши идем, тут не поможет. Да блин, чё вы такие-то, а? Берёте и заходите в самый неподходящий момент. Так, решётку закрой. Wir drehen denen den Hals um. Иди, открыть ее. Попробуем еще раз. Was ist denn da passiert? Не получится.
нужно, чтобы она была закрытой. Тогда ну он ее увидит. А нам это не нельзя. Так, все, работаем. Работаем. Так, быстро подходим сюда. И сразу поднимаемся наверх. И тут он заходит. Все. Все сделали. Пипец, как все грамотно. Все, задание выполнено. Вторая книга шифров получена. Теперь нужно подготовить диверсию. Так. Униформа наружного патруля берется. И пойдемте. Так, эту только забери. Авось пригодится. Она может... Говорите. Идем. Так, пошли быстро. Пошли. Это мы куда вышли? Это мы куда-то вышли. Куда-то. Так, это у нас есть та самая радиокомната, да? А, понятно. Понял. А что у нас еще ниже есть? Ящик. Тут вообще все красные. Тут я находиться не могу. Так, здрасте. Понятно, все, я понял. Перезагружаем. Униформа вашего капитана. Запрещена. И туда нам зайти не дают. Хотя подождите. Подождите, так подождите. Я вообще где нахожусь-то? Ну, я нахожусь вообще-то... Так, ладно. Так, это мы... Блин. Ладно, окей, переодеваемся. Это униформа, пускай здесь остается. Какие вы нехорошие люди. Нужно просто взять и выкинуть эту униформу. Нужно просто взять и выкинуть. Мне просто интересно, что находится дальше. Так, понятнее, я еще не выкинул. Да блин, выкидывайся. Пошли. Это я, как понимаю, мы уже выходим на саму вот подводную станцию, да? В саму бухту.
Von ihnen wird verlangt, ihre Pflicht vor dem Vaterland und dem Führer tapfer zu erfüllen. Heil Hitler! Все? Ты все там сделал, да? Ну осматривай быстрей. Ни хрена себе тут что произошло. Все вешалки разом упали. Давай, пропускай меня быстрей. Чё встал? In den Docks arbeiten nur Seeleute und Mechaniker. В доках работают лишь моряки и механики. А этот идиотос мне не дает пройти. Дай пройти. Дурачок. In den Docks arbeiten nur Seeleute und Mechaniker. Дай пройти, дурачок, хуй хрен. Из-за таких мне вот идиотов мне тут и... Я не могу, я могу, мог и заболеть, все. Пошли. Посмотрим, как изменится ситуация с этой униформой. Понятно, ничего хорошего не произойдет. Произойдет не самое хорошее. Так, ладно, окей. Окей. Униформа капитана тут самое, что не есть. Худшее. Из всех униформ. Так что выкинуть где-нибудь, да, кинуть ее. Так, пошли. Мне вот в то крыло нужно зайти. Да? Так, дайте пройти. Давайте осматривайте быстрее только. Дурачье. Verlassen Sie nicht den Bereich, solange keine Kontrolle vorgenommen wurde. Ну, трогай быстрей. А, блин, у меня униформа-то была. Была же у меня униформа. Ее нужно выкинуть. Так что выкидываю нахрен. И побежали дальше. Я думал, что я выкинул уже ее. Давай быстрей. Трогай быстрее там, что требуется. Капитан подводной лодки. Тут ничего не решает. Только рабочий персонал имеет доступ к генератору. Чё вы собрались здесь? Я хочу пройти. Так, так, это мы куда идем-то? Ich muss den Inhalt Ihres Rucksacks kontrollieren. Да давай уже. Mir geht's gar nicht wohl. Göttlich. Alles in Ordnung.
Es gibt keine verbotenen Gegenstände. Так, а там мы куда зашли-то? Это мы зашли туда же, где находятся эти сами торпеды, да? Ладно, окей. По крайней мере, здесь вроде нам все нормально относятся. В доках работают лишь моряки и механики. А я солдат советской армии. Мне все можно. А также я работаю на КГБ. А если мне что-то не понравится, я могу расстрелять нахрен. Так что нет, не надо тут с КГБ тут отказывать что-нибудь. Так, так, где тут что интересного можно найти? Туда, значит, могут зайти только моряки и механики. Так, ладно. Пошли отсюда. Так, здрасте. Вы тут одни? Так, механики, значит, да? У меня вроде был один механик. Хороший механик был. Нужно только вспомнить, где мы его оставили. Ну и... Так, нашли вроде. Да? Это... А, нет, это униформа водителя, она нам не нужна. Нам нужен механик. Нам нужен механик. Так, где мы его оставили-то? Где наша униформа? Нам это не нужна. Так, вы мне сейчас не нужны. Так, где... Блин, а где я ее оставил-то, а? Там моя старая униформа, самая первая. Тут у нас водитель лежит. Так. А, все, вспомнил. Так, чтобы не проходить эту штукенцию. А, нет. По-другому нам и не зайти. Так, пошли, я вспомнил, где я механика оставил. Alles in Ordnung. Es gibt keine Verbindung. Да, это я знаю. Пошли. Так, давай, забери нахрен униформу механика и пошли. Так. Не надо. Хотя нет, возьми. Если где нас и будут проверять, то сразу это. Так, пошли. Да, блин, этот еще находится. Ну и... Как долго мне тут ждать?
когда он, пока он выйдет. Он может здесь быть очень долго. Он ничего спалил? Не, только заметил. Так, все, побежали быстро. Так, и куда бегаем? Где у нас находится выход? Так, вон там, наверное, да? Я надеюсь. Да, да, нам сюда нужно. Да, ну, нам нужно сюда. Надеюсь, к нам хорошо будут относиться. Außer der Wache hat hier keiner was zu suchen. Так, понятно, сюда нас не впустят. А где у нас, как, через что нас могут тогда впустить? Через третий этаж, что ли? Нет, там тоже у нас все плохо. В теории нам нужно только сделать только две задачи. И то, каждая из них находится на подводной лодке. Да, правильно? На третий этаж нам делать вообще сейчас нечего. От слова совсем. Так что я думаю, что пошли лучше работать на самым первым вариантом. Это взять и через эту дырку пролезть, да? Так, сохранение провели. Заходим. Насос включить. И побежали быстро. Надеюсь, что я все правильно сделал. Так, насос отключится через 0,3. 30 минут. 30, точнее, 30 секунд. Так, надеюсь, я за это время успею пробежать. Побежали. Три минуты. А, блин, чё за... Не, только не это. Нужны кусачки. Браво! Браво. И что нам делать? Ладно, окей, давайте посмотрим, что произойдет. Через 2 минуты. Что насос отключится? Меня затопит, что ли? Или чё? Или что произойдёт-то? Я отсюда больше не выберусь. Просто подождём, я хочу посмотреть. Да. Какой подставы я ещё... Так, подожди. Там вроде склад был, да? Да, вроде был. Я в курсе. Я, наверное, понял, где их нужно было найти. Там один охранник, что говорил, что нам
нельзя заходить на склад. Скорее всего, про тот склад, и он не говорил, где находятся кусачки. Но я хочу посмотреть, что произойдет, когда насос отключится. Меня смоет или чё? Да-да, я хочу это посмотреть. Да? 30 секунд. Ну давай, давайте, я уже весь уже передумался, что произойдет, когда время выйдет. Но у меня немного подвисать начинает. Насос отключен. А я думал, нас просто возьмет, затопит полностью. Как вот такая спецэффекты будут. Быстро поднимающейся воды. Ай, нет. Мы погибли вот от лужи. Молодцы! Так, здрасте, здрасте. Где-то здесь был насос какой-то, да? Я помню, как какой-то охранник его охранял. Нам нужно найти этот насос. Так, пошли. Пошли наверх. Скорее всего, это и есть тот самый склад. А, здрасте. Так, понятно. Склад-то найти мы смогли, вот, а вот проникнуть туда сложно. Но есть шанс того, что нам откроет дверь. Так что побежали быстро, пока он ее не закрыл. Все делать придется быстро. Так, он еще там, еще там. Сохранение провели. Так, еще раз сохранение провели. Здрасте. А вот и кусачки. На месте. На, теперь у нас... Мы можем... идти дальше. Мы взяли кусачки. Теперь можно и... можно и пройти. Теперь можно в эту дырку и залезть. Так, пошли, пошли быстро. Осталось тут совсем-совсем не ничего. Так, насос.
вырубили. Точнее, включили. А, не, врубили. Че я такого сделал-то? Ты нехороший. Так, еще раз. Насос врублен. Быстро побежали. Так, он там это, сюда посмотрел. Но у нас времени еще достаточно. Ай, блин, гаденыш какой. Гаденыш так гаденыш. Нужно ждать, когда он это отвернется. Вот он, видите, так не хочет. Я пока здесь постою. Ты же не против, да? Так, молодец, молодец, молодец. Уходи, уходи, уходи. Дальше, молодец, все, шел. Все, зашли внутрь. И побежали. Насос отключится через 33 минуты. Ну, 3 минуты это много. Мы успеем. Так, быстро, кусай. Ни хрена себе, какую здоровенную... как много проволоки ты за 5 секунд отрезал. Так, так, так. Дальше, да? А дальше что-нибудь есть? Нет, там ничего нету. Нам сюда говорят идти. В бункерную дверь какую-то. Так. Понятно, ты к нам плохо относишься, значит, да? Значит, ты нехороший человек. Ты против Красной Армии, значит, да? Окей, хорошо. Сам виноват. Надо было ко мне хорошо относиться. О, какая бесшумная дверь. Все, прощайте. Униформу механика, наверное, стащили. Да, это она. Так, тут осторожно только нужно сделать. Поосторожней. Так, и еще. Мы же будем проходить, наверное, эти, да? Так что, если что, мы должны сохраниться здесь. Так, все, пошли. У нас есть. Мы можем тут гулять. Да мне все равно уже. Так, что у нас тут есть интересного? Да ничего интересного тут и нету. Просто какая-то тут станция. Да, ангарчик тот еще здоровенный. Так, ладно, пошли. Здравствуйте, здравствуйте. А это, как я понимаю, то, что мне и требуется, да? Та самая подводная лодка. Ich gehe ins Lager.
Gleich kommen einige Mechaniker, um auf dem Deck zu arbeiten. Außer denen und der Besatzung... Я механик. Genauso. Я механик, если чё. Я надеюсь, что я механик. По крайней мере, я так, наверное, выгляжу. Я же так выгляжу, да? Надеюсь. Здрасте. Да, я механик. Я могу тут везде гулять. Интересно, а это что за штукенция? Вот это вот, по которой я сейчас только что хожу. Сейчас хожу. Васисос. Васисос. О, зенитка. Доступ внутрь разрешен только подводникам. А где тут внутрь можно зайти? Так, тут я ничего интересного не нашел. Так, понятно. Просто так туда нас не впустят. Да? Нужно что-то делать. Нужно что-то делать. Так, а ты вообще вот можешь отвернуться на пару секунд? Да, может. Понятно, этот на нас смотрит. Так, еще раз тот смотрит. Так, понятно. То есть нам нужен какой-то подводник. Да? Нам нужна униформа подводника. По-другому туда не попасть. Ладно, окей. И где мне ее достать? Так, здесь нам тоже делать нечего. Нужно где-то достать униформу подводника. Где она достается, я вообще не в курсе. Ой! Чуть не упал. Так, это кто такой? Не, я имею в виду вот это вот. Входит, сейчас прошел. Кто это? Это у нас кто? Да хрен его знает. Наверное, тот самый подводник. Хотя кто знает. Тем не менее. Тем не менее, нужно его забрать. Посмотрим, куда он уйдет. Может, в какое-нибудь укромное место он и зайдет, и там мы его уже шлепнем.
Так, идем, идем. Давайте, ты должен провести меня вот на борт той подводной лодки. По крайней мере, на карте ты помечен как особая важная цель. Посмотрим, на что ты способен. Пока ходишь среди людей. Так, а вон еще один. Вон там на карте еще один такой же обозначен. Это, наверное, и есть те самые подводники, да? Ну, здесь у нас ничего не сказано. Ну, здравствуйте. Вы не подскажете? Так, вон там еще один обозначился. Третий. Подводник. Так, сохранение. Ну и двое подводников здесь находятся. Pass auf, du! Так, понятно. Нужно чуть получше все сделать. Так, давай тут кури пока это. Да, я пока хлороформ достану. Да блин. Отворачивайся уже. Да блин. Этот еще пришел. Что-то ему требуется, а? Так, ладно, давайте еще раз подождем. Да? Может, куда-нибудь еще пойдем, а? Это что только что было? А? Ты не знаешь? Что-то взяло, все упало. Может, ты виноват, а? Ты же у нас кидаешь эту палку, как ногами, как в футболе. Так, ладно, ждем. Его нужно забрать себе. Да.
Да, блин, ты будешь мне тут отворачиваться обратно. Наконец-то. Так, теперь быстро переодеться. Тело поднимаем. И перезагружаемся, потому что нас увидели со своим рай. Рай. Нужно быстро нажимать просто, чтобы он не успел даже очухаться. На, быстро работаем, быстро. Так, поднимаем тело и бросаем. Прощайте. Утону, ну, вообще глубоко. Ладно, пошли. Интересно, а как тут глубоко? Ладно, побежали уже. Мы униформу стащили. Теперь нужно проникнуть на саму подводную лодку. Да? Так, сохранение. Я же член команды, да? Мне же можно сюда зайти. Да, мне можно. Полезли. А где тут спуск? Блин! Da haben wir den Salat. Так, и куда мне нужно? Я сейчас, наверное, обе ноги сломал. Все, нашли ее, вот она. Энигму мы достали. Так, ладно. Теперь нужно взять и торпеды убрать. Как самое мое последнее задание. Так, быстро. Чё у вас там? Ай, блин. Да я так не понял, чего вы там решили? Из-за чего тут тревогу начала? Тревогу подняли-то? Так, ладно. Нужно все сделать, пипец как грамотно.
нашли. Ни хрена себе, с одного выстрела нас как убили. Я так не понял, а что нам нужно сделать-то? Почему нас так быстро? Почему нас так быстро кроют? Кто кроет-то? Так, ладно, давайте немного пораньше загрузимся. Да? Давайте посмотрим, кто туда может зайти. Как я понимаю, туда кто-то заходит, видит, что Энигма пропала и тревогу поднимает, да? Так что давайте посмотрим. А что это такое? Кто он такой-то? Здрасте. Ты нехороший. Так, ладно, попробуем здесь. Да я понял уже. Пипец, как тут все тесно, а? И команду всю не зарежешь. По понятным причинам. А что за разрушение-то? Так, понятно. Опять начали меня тут смотреть. А чё за разрушение-то? Ну что? Ein Fremder auf dem Gelände! Bringen Sie sofort alle Kräfte zum Einsatz! Scheiße! Меня они не видели. Потому что если видели бы, то в меня бы уже стреляли, правильно? Вот как сейчас вот. То есть сейчас её брать нельзя. Нужно хотя бы убрать того, кто ее смотрит. Вопрос. Кто на нее может смотреть? Сейчас ее брать нельзя. Засекут сразу же. Da haben wir den Salat. Was ist los? Das ist das Ende. Да, блин, пипец, как все сложно, а. Эту миссию тупо нельзя пройти, Я тут как не пытаюсь, а... взять и пройти тут ее нельзя. Везде кто-то доспалит. Ich
Hoffmann, das kommt heute nicht wieder vor. Так, ладно, сейчас попробуем пройти дальше. Пускай этот проходит. Я сюда берусь, закажу. Так, стоп, я тут разрешение уже брал. Где оно? Блин. Hier steckt doch keine einzige russische Seele. Jetzt. Да здравствуйте, здравствуйте. Den Salat. Das ist das. Так, нет, не, Энигму сейчас брать нельзя. Нельзя ее нам сейчас брать. Pass auf, du! Hans ist tot! Да, перестрелять их тоже. Пипец, как сложно. Да. Мне тупо не дают добраться до десятки. Тупо не дают. На? Попробуем еще раз. Beeil dich, mach hin. In einer Stunde muss alles beendet sein. Ich verpasse. Ну и как мне мимо него пройти? Он мне просто берет и палит. Может в самом конце попробовать? Вот здесь уже. Да, тут спрятаться можно. Можно спрятаться. Так что попробуем. Нужно только прятаться в каждом этом. Так, раз спрятались, подождали. Два спрятались. Спрятались три. Да, тут вполне можно. Так, все, сохранились. Ох, не. Was ist das? Gleich kriegst. Так, понятно. Ich hoffe mal, das kommt heute nicht wieder vor. Так, все, сломали. Was ist los mit dir? У нас палят. Здравствуйте. Ну и есть хоть один вариант. Да, я дошел до самого конца. Да, дошел. Ну блин, ну здесь просто пипец. Всего лишь одно место, где можно спрятаться. Thank you.
Mensch so eine Scheiße? Nö. А вы говорите без одежды. Это вообще как? Mir ist gar nicht wohl. Beeil dich! Mach hin! In einer Stunde muss alles beendet sein! Eine Scheiße! Ну и... Я тупо не знаю, как мне взять и без риска... An den Fronten sieht das ganz mies aus. Вот почти же доходит, да? Вот почти же. Was ist das? А? Там его спрятать же нельзя. Нет, нельзя. Так, ладно, давайте попробуем. Бери хлороформ. И попробуем его взять и... Усмирите. Так, теперь быстро поднимаем тело. Ну, здравствуйте, вы мои, а? Ни хрена себе какие. Ладно, если с пистолем. Так, быстро поднимаем тело. И быстро прячем его где-нибудь. Вот здесь вот. Ой-ой-ой, нахрен. И тут он к нам прибегает. Браво! Дополнительное задание вообще нельзя пройти. От слова совсем. Тут точно кого-то нужно убрать. Да. Вот его и нужно убрать. Это он как раз и палит, что Энигмы нету. Если мы его не уберем, то ничего не ничего хорошего не произойдет. На. Ты же меня раньше не видел. Как ты меня сейчас увидел? А, гаденыш? Здрасте. Посмотрел на меня и все. Значит, шанс еще есть. Beeil dich, mach hin. In einer Stunde muss alles beendet sein. Так, сохранение еще раз. Его нужно убрать в любом случае. А? Привет. Nein.
Ну и... Есть хоть один вариант, как нам это сделать? Я лично не вижу ни одного варианта. Все они как-то ломаются. Этот зашел сюда, посмотрел на Энигму и вышел. Этот чистит, как и прежде. А если я, к примеру, его возьму и шлепну из пистоля? То кроме как этого, никто и ничего и не заметит. А если я пойду прямо за ним? Так, блин, давай заходи уже туда. Так, стоп, а куда ты вообще зашел-то? Там кто-то должен эту энигму полить. Разве нет? Так, пошли, попробуем еще раз. Ну, взяли Нигму, окей. И вот он на нас смотрит. Так, ладно. А если я вот сюда зайду? Так, понятно, он сюда вот так смотрит. Так, ладно, если я сейчас возьму... И кого-нибудь из этих заберу себе. Тогда чё? Нет, тут тоже ничего хорошего не произойдет. А не, ну, забрать его можно, только нужно быстро, как пипец, как быстро все делать. Буду надеяться, что хлороформ работу чище делает. Ай, блин. Увидели. Так, нужно работать быстро. Пипец, как быстро нужно все делать.
Ладно, я надеюсь, что его никто не увидит. Macht nicht, das packen wir. Да? Теперь посмотрим, что изменится. Hier steckt doch keine einzige russische Seele. Так, он по-прежнему к нам нехорошо относится. Да? А все ко мне сейчас так же относятся или нет? По крайней мере, этот уж точно. А если я сейчас возьму и пушку, ну, ему голову отстрелю. Так, нужно попробовать. Не, этот увидит сразу же. Ну ладно, окей, какие еще есть варианты? По крайней мере, его нужно убрать уж точно. Так как именно он и палит. То, что Энигмы нету. И его убрать нужно в любом случае. О, оказывается, не так уж все и сложно. Так, ладно. Буду надеяться, что тело никто не увидит. Энигму. Пропажу Энигму. Энигмы. Некому тут дать. Точнее, сказать, что Энигма пропал, некому. Так что все окей. Пошли. Так, покрутили быстро. И быстро ушли. Так, теперь подождали. И пошли дальше. Сейчас нужно Энигму забрать. Да? Все, берем. Кстати, вот здесь было разрушение. Разрушение на чем? Ну что? Мне так и ничего никто не сказал. Так, ладно, пошли. Пора подниматься наверх. Да, блин. Вовремя ты меня увидел. Пипец, как вовремя. И ты меня вовремя увидел. Thank you.
Так, ладно. Подождем, пока они... Он сделает свое дело и свалит отсюда. Только делай там свое там быстрее, окей? Все, молодец, пошел да, обратно. Я поднимаюсь наверх. Так, так. Энигма у нас. Да не, куда полез? Мне вот тут, туда нужно. Так, и я не упаду, если я спрыгну. Точнее, смертельно спрыгну. Нет, все окей было. Не ранились. Так, сюда. Теперь нужно как-то с Энигмой пройти. Нужно с Энигмой как-то пройти. Вот-вот-вот только как нам это сделать нужно. Попробуем все три варианта. Так, первый. Здравствуйте. Так, понятно. Увидели. Попробуем через второй этаж теперь. Здесь заметили. Здесь нас тоже не рады видеть. Так, что у нас тут? Тут у нас вообще казармы. Здрасте. Так, тут мы уже были. Так, теперь давайте здесь посмотрим. Так, понятно, здесь нас тоже караулят. Караулят, караулят. Энигму нужно как-то вынести. Так, попробуем здесь. Нет, тут то же самое. Без вариантов. На. А, тут можно взламывать, да? А что там внутри есть? Такого вот, о, вот интересного, что нужно, можно взломать. Ладно, окей, допустим. Так, че еще какие варианты есть? Энигма тут у всех тут это. Рюкзак тут везде тут смотрит. А как им его пронести, вообще не знаю. Ich muss den Inhalt ihres Rucksacks kontrollieren. Ладно, окей, посмотрим.
Да я в курсе, сейчас начнутся. Да, я понял. Ну и все выходы перекрыты. Да не, я не хотел тут. Я хотел просто уйти. Ну и выход вот здесь вот нам уже не дан. Хотя бы подождите. Почему это не дан? Возьмем. Выбросим энигму. Прибежим за ней. И? Она у нас? Да выбрасывай уже. Молодец. Побежали быстро. Пройдем все эти штукенции. Опять обратно запустим. Обратно запустим. Ладно, окей. Нас же здесь в униформе механики же это уже не пустят, правильно же? Ладно, окей. Короче, возьмем. Обратно запустим насос. И вернемся. Offensive zu durchkreuzen. Von ihnen wird verlangt, ihre Pflicht vor dem Vaterland und dem Führer tapfer zu erfüllen. Блин. Нам сюда нужно. Так, нет, это рация. Это вообще в никуда. А мне прям за эту стену нужно пройти. Так, ладно, попробуем здесь пройти. А нет, мы тут уже были. Еще один вариант здесь пройти можно. Так, здрасте. Дай пройти. Спасибо. Так, идем дальше. Здесь все проходим. Рюкзак с энигмой у нас уже ждет. Да пройти, спас. Да блин, гаденыш. Так, идем сюда вот. Все, мы у дырки. Мы к дырке пришли. Только рабочий персонал имеет доступ к базе. Какой же ты интересный. Честно, ты такой интересный. Так, у этого я тоже не могу спереть. Только рабочий персонал имеет доступ. Это уже закрыто. Да, загадка так загадка.
что? У меня пипец какая, большие проблемы. Я даже не знаю, как их решить. Так, ладно, окей. Если мы сюда перезагрузим, что у нас получится? У нас получится вообще ничего хорошего. Это у нас тоже закрыто. А, стоп, это у нас... Так, на нас смотрит, смотрит. Кем мы сейчас станем? Мы станем такими. Так, рюкзак. Прочь. Что если мы сейчас попробуем взять и пробежаться? Не. Дойти мы туда уже не сможем. Это пипец, пипец как далеко. Это пипец как далеко. Блин, нужно ботай вот тот этот оставить. Я тебе в этом пошел. Да, пипец так пипец. Пипец так пипец так пипец. Не смогу я, значит, так, да? Нужно выносить энигмы строго по этим. Энигму нужно вынести строго по... Так, кстати, здрасте. Ты мне как раз и понадобишься. Что ж, придется использовать тебя. Извиняйте. Я сам этого не хочу. Так, поднимай тело. И бросай сюда уже. О, блин, униформа-то. А, нет, все нормально с униформой. Можно и здесь переодеться. Так, все. Мы нормальные механики, побежали обратно. Все, побежали быстро. Нажимаем на кнопку. Берем рюкзак. И быстро валим сюда уже. Вот только вас тут не хватало. Откуда вы пришли-то? Ну, давайте идите уже быстрей. Так, все. Мы пришли.
В теории нужно можно было сделать полегче. Просто здесь нужно было переодеться в другую униформу. Добежать здесь, оставить здесь униформу механика этого. И тогда все будет проще. Короче говоря, механика, на одежду механика нужно было здесь оставить. Ни хрена себе, убил меня тут сразу же. Ну да, там был мой косяк. Я это тут тупанул. Подожди-ка, этот же уходит, правильно? Так, а что если возьмем? Не будем пока его глушить, если что у нас сохранение с этим есть. А так пробежимся, дождемся, пока он отойдет. И врубим. Да, давайте так и сделаем. Эти к нам нормально относятся. Он как раз уже отошел. Можно это попробовать. Да я понял, уже понял. Dieser Rhythmus geht mir schon auf den Geist. Nur das Arbeitspersonal des Stützpunkts. Да давай, иди уже быстрей. Nur das Arbeitspersonal des Stützpunkts. Да блин, почему ты такой вот внимательный, а? Иди уже быстрей. Так, подошли сюда. Они ковыряют какие-то там кнопки. Все, побежали быстро. Успели. Да я в курсе уже. Но я мне уже туда уже не нужно. Так, все, быстро, быстро, быстро. Работаем. Нужно забрать Энигму и валить отсюда. Три минуты. Давай, давай, времени у нас нету. Она отсутствует. Так, где у нас это? Ау, где? А, все, дверью просто снесло. Где тут лестница-то? Все, два, быстро, быстро, быстро. Минута прошла уже. Все, обратно. Полторы минуты. Быстро, 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 быстро.
Через 2 минуты мы погибнем уже. Если не свалим. Ну тот случай, если сейчас тут этот немец здесь появится. Ну да, ты здесь был. Все, свалили наконец-то. Да, все, покинут базу. Все задания, которые мы должны были выполнить, мы сделали. Теперь тупо валим отсюда. Теперь просто тупо валим. Через минуту насос отключится. А я уже в это время уже вышел. Ну что ж. Агрессивность 20%. Шум 0. Точность 100. Рентик 87. Немного неправильно я сработал. Задание, по крайней мере, выполнено. Меня лично устраивает. По-другому я пока тупо не знаю, как пройти. Так что давайте это мы эту серию завершим. Нажимаем продолжить и все. Ладно, окей, давайте вот на этом мы закончим эту серию. Так что давайте. С вами был Виктор. Всем пока.